Цель сегодняшней акции – это рассказать нижегородцам об итогах 12 лет правления Владимира Путина и пригласить их на акции протеста 5 и 10 марта, которые пройдут в Нижнем Новгороде. Эти акции будут посвящены подведению итогов выборов и выражению протеста против фальсификации. Сегодня из 7 заявленных пикетов согласован только один в центре Сормова, остальные отказались согласовывать по незаконным основаниям. Вот. Также многие люди выходят с одиночными пикетами сегодня. Вот. То есть нижегородцам массово раздаются листовки, информационные материалы. Данная акция проходит под эгидой Нижегородского гражданского совета. То есть ответственные из разных организаций взялись организовать пикет в различных частях города. Я представитель Другой России, который ответственен за организацию пикета на площади Театральной. Гражданское общество, у него есть требования, есть люди, которые его поддерживают. Это тоже очень сильно бьет по мифам о беспомощности общества, о том, что мы такой глуповатый народ, которому нужен хороший, сильный царь, вот, и дубинка, вот, что все мы делаем из-под палки. Мы как раз показываем, что мы гражданское общество, и что мы готовы сами решать свою судьбу. И на самом деле, судя по Нижнему Новгороду, именно акции протеста, да и по Москве везде, вот акция на Болотной площади, она очень сильно изменила вообще сознание всех вообще жителей страны. Вот. И нижегородцев в том числе, и наши акции тоже сильно повлияли на изменение такого пассивного отношения к жизни на активное. Мы все часть протестного движения, оно довольно разношерстное, оно довольно много разных течений, мнений по этому поводу. По сути, мы все равно ставим одну цель, просто по-разному ставим вопросы и немножко разными методами. Сейчас не выполняете наши требования, мы вынуждены вас задержать. То есть примените его? Нет, силу применять. Нет, но вы говорите прямым текстом. Как это задержать? Будем задержать. А, просто предложите пройти в автомобиль. Да, да, да. Ясно. Ну, Путину сразу звоните, спрашивайте, что делать. Все, развязка близка. А? Развязка близка. Ну все, стоят. Это предели, правильно.
Хватает, уже человек 40. Нас не задерживают, стоим с плакатами. Менты сейчас совещаются по телефону, забирать не забирать, ну пока еще ничего не решили. Да. Вот. Так что все хорошо. Ребята, бегите, вас прикрывают. Садитесь и выезжайте, ребята, пока не поймали. Проникший щели конвой заклеит ток на травой, нас поведут на убой. Перекрестится герой, шагнет раздвинутый строй вперед за родину в бой. И сгинут злые враги, кто не надел сапоги, кто не простился с собой, кто не покончил с собой. Всех поведут на убой. На то особый отдел, на то особый режим, на то особый резон. Должен быть по 54-му закону обоснованный отказ согласования. Это он не обоснован. Обоснован тем, что помеха гуляющим гражданам, как в отказе Холкиной, и раздражение. Мы не видим ни раздражения, ни помехи. Значит, отказ не обоснован. 54-й закон не выполняется. А вы не должны выполнять незаконные приказы. На то особый отдел, на то особый режим, на то особый резон. Я врач, офтальмолог. В Америке средний офтальмолог получает 250 тысяч долларов в год. Моя зарплата, сейчас я сосчитаю, черт, 4 тысячи долларов в год. Это, наверное, чуть меньше, чем в 100 раз меньше, чем в Америке. Я получаю в 100 раз меньше. И не могу заработать больше. Мое образование стоит 300 тысяч рублей. А отбить я его не могу, реально. Вот, ко мне идут бедные старики. У них нет денег на таблетки, на лекарства. Моя работа неэффективна, потому что мое начальство не заинтересовано в том, чтобы я оказывал качественную медицинскую помощь. Начальство в ГАИ не заинтересовано, чтобы не было ДТП. В школах никто не заинтересован в качественном образовании. Госслужба неэффективна, у нас нет качественной армии, ничего нет. Это все потому, что люди не могут заработать денег за свою работу, за свой труд. Никто не заинтересован. Никто не заинтересован. Я вот как врач никак не заинтересован. Вот Фурбер, когда сливают классы, я не могу учить нормально детей качественно. Конечно, они не заботятся. Потому что финансирование подушевое. И невыгодно иметь группу. А если и в замазке находится вся структура госслужбы, потому что если врач не возьмет взятку при зарплате 10 тысяч рублей, его из дома жена выгонит. И он умрет от голода, его дети. И в результате получается, что правительство обязывает всех госслужащих брать взятки, всех до одного. Очень просто, заплати за работу. Хватит строить тебе дворы. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Мы не за них, нас не снимайте. Мы не за них, мы за красных.